Здравствуйте, с вами Евгения. Сегодня я приготовлю салат с рикоттой и фасолью. Для приготовления нам понадобится фасоль консервированная, маслины, петрушка, чили-перец, помидоры черри, рикотта, бальзамический уксус, оливковое масло, листья салата, лук, соль и перец. Для начала подготовим ингредиенты для салата. Нарежем головку лука тонкими полукольцами. Маслины порежем пополам. Складываем все в одну миску. 150 грамм помидоров черри порежем просто пополам. Мелко порежем чили перец. Я взяла маринованный. Одну банку консервированной белой фасоли я промыла и выложила ко всем ингредиентам. Крупно нарезанную петрушку добавляем в салат. Перчим и солим по вкусу и перемешиваем салат. Делаем заправку к салату. 2 столовые ложки оливкового масла и 1 чайная ложка бальзамического уксуса. Вы можете положить больше уксуса на свой вкус. На блюдо раскладываем листья салата. Сверху выкладываем приготовленную смесь. Сверху аккуратно кладем кусочки свежей рикотты и поливаем заправкой к салату. Вот и все! Наш свежий, легкий, питательный и очень полезный салат готов! Приятного аппетита! Попробуйте приготовить сами этот салат, он вам обязательно понравится. Смотрите наши видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал овкусе.ру. Жду ваши комментарии, пожелания и предложения, а также ваши варианты приготовления этого блюда. С вами была Евгения. Пока-пока!